про питание Айурведа очень четко говорят. Написано как Джагатиевым анаушадом. Это значит, которое все, что увидишь в мире, это все лекарства. Поэтому Айурведе не конкретно нигде не написано, чтобы был вегетариан или мясо можно. Но мое мнение есть такое, что когда теле вода уменьшается, и нам хочется также так, если соль или элемент, микроэлемент, когда уменьшается, мы хотим кушать яйцо. Или когда ама повышена, мы не можем пить молоко. Это значит, кто интересуется, кто ваше желание, ваше желудок, кто хочется, это можно пить и кушать. Есть такое понятие, то, что много рассказываем о Айурведе, потом последние строчки всегда пишут, что если человек юный, у него аппетит очень хороший, и желание, если есть, это все может. Я это все вам сказал. Люди много слабые, им это нельзя. Если человек очень крепкий и здоровый, это все можно. Поэтому очень много лекарственных препаратов, которые Айурведа рекомендует, мясо, есть баранины, есть овелеха, которая делается из баранины. И разных масла, которые мы используем, корма, яйца. Это тоже происхождение из животного жира. Поэтому нигде не написано, только вегетарианцы посмотрим. Еще очень интересная один вещь Айурведе написано. Каждый сезон решим питание. Решим питание. Какое? Яблоко, когда кушать надо, или манго, когда или много молока, где когда, или разные виды горох. И это все объясняет Айурведа подробнее.